5 апреля пройдет Курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором изберут нового муфти. Об этом сообщили в религиозной организации. Сегодня завершилась регистрация кандидатов на пост муфти. Подано 8 заявок. На высокий религиозный пост претендуют Нурбек Токтугулов, Сайдамир Джейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шукур Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Джейнбеков и Ниязали Арипов. Помимо избрания муфтия, 5 апреля выберут членов Совета улемов. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе Совета 21 человек. Муфтии и члены Совета избираются сроком на 4 года.